Сейчас мы вам покажем, как мы чистим молодую картошку с помощью мочалки так, для мытья. Предыстория. Сегодня купила на базаре картошку молодую, и умудренная жизнью бабушка подсказала мне, как ее быстро и легко чистить. Значит, берем вот такую молодую картошечку и вот так жесткой щеточкой. И вот так очень хорошо снимается. Марта. Гениально. Да. Век живи, век учись. Спасибо за совет мудрых людей. Поделимся с вами. Пользуйтесь. Вот я уже так почистила тоже. И она тогда такая, ну и легко чистится, и вкусненькая. Так что вот так вот. А ну еще покажи. Показываю еще. И быстро получается. Короче, мочалкой. Все. Отлично, вообще гениально. Класс. Ну все, всем удачи. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока.